Уникальное сочетание современных военных технологий и проверенных временем способов передвижения. Мотострелки Северного флота, экипированные для выполнения самых сложных задач, осваивают необычный транспорт. Бойцы разведроты на время пересели на собачьи и оленьи упряжки. Под присмотром опытных каюров они знакомятся с особенностью управления животными и их повадками. А владение оружием совершенствуют, вспоминая легендарные тачанки. Учения проходили при 30-градусном морозе, согреваться пришлось в чумах, заодно и получить навыки их установки. Местным жителям для этого требуется минут 15.